Уважаемый Игорь Викторович, с 2021 года мы, жители многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Саратов, улица Танкистов, 77А, корпуса 1 и 2, обращаемся в прокуратуру Кировского района города Саратова и в прокуратуру Саратовской области с жалобами на то, что детская площадка по указанному адресу не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и предоставляет угрозу жизни и здоровью детей, а именно, это отсутствует ударопоглощающее покрытие, игровое оборудование не сертифицировано и не соответствует ГОСТу. Отсутствует ограждение от проезжей части. По периметру футбольной площадки на земельном покрытии присутствуют крупные камни, об которые можно просто убиться. Песочницы не оборудованы крышками, из-за чего бездомные животные имеют беспрепятственный доступ к песку. Другая часть детской площадки расположена среди множества канализационных люков, из которых вынимаются нечистоты и оставляются на прилегающей территории. Обращаем внимание, что все подтверждающееся фотографиями, которые прилагались к жалобам нашим. Лично моя 4-летняя дочь пострадала на указанной детской площадке, что подтверждается решением Кировского районного суда города Саратова. Да, после этого прокуратура произвела через суд обязательно ТСЖ «Престиж» 2019 принять меры по проведению детской площадки в соответствующие требования законодательства. Однако решение суда на сегодняшний день не исполнено. Перечисленные нарушения все так же присутствуют. Обращаем внимание, что уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области также выявила нарушения, о которых мы указываем. Но на повторные жалобы прокуратуры Кировского района и прокуратуры Саратовской области прикрываются экспертизы, с которой нам никто не дает ознакомиться. Кроме того, прокуратура Кировского района и прокуратура Саратовской области в своих письмах сообщает, что камней они не видят, песочницы оборудованы крышками и вообще все у нас соответствует ГОСТу. В связи с этим нам пришлось обратиться к независимому эксперту, который провел экспертизу и выявил множество нарушений и указал, что детская площадка предоставляет угрозу жизни и здоровью детей и граждан. Но прокуратура данную экспертизу и сообщение об угрозе от уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области не признает и присылает отписки, в которых сообщает, что оснований для реагирования нет. Таким образом, мы видим, что прокуратура Кировского района и прокуратура Саратовской области бездействует и проявляет полную халатность к жизни и здоровью наших детей. На основании вышеизложенного мы просим вас инициировать проверку и обязать ответственных лиц исполнение решения Кировского районного суда города Саратов от 8 апреля 2022 года по делу 2/1608-2022. Обязать провести выездную проверку в присутствии нас. Также просим привлечь сотрудников прокуратуры Кировского района города Саратова и сотрудников прокуратуры Саратовской области к ответственности за халатность. Мы предполагаем, что та экспертиза, которая нам сообщается в ответах от прокуратуры, является, возможно, сфальсифицированной, поскольку мы наблюдаем, что с того момента, как жители начали жаловаться, ничего не изменилось.